Подмосковье увеличит социальные выплаты. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами округов. Мы увеличиваем выплаты за школьную форму, а также доплаты одиноко проживающим пенсионерам, которые имеют низкий доход. Материальные выплаты для отдельных категорий граждан будут осуществляться на территории округа, начиная с июля этого года. Это политика губернатора, которая касается заботы о детях, заботы о старшем поколении и о людях с ограниченными возможностями здоровья. Доплаты получат неработающие пенсионеры, семьи с детьми-инвалидами и многодетные. Для последней категории граждан в округе порядка 5000 таких семей увеличат размер компенсации расходов на приобретение школьной формы. Если доход семьи ниже 17 тысяч рублей, это прожиточный минимум, ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, семья многодетная, ну и, соответственно, если дети обучаются в Московской области, то выплата будет производиться в размере 10 тысяч рублей. Если в таких многодетных семьях есть будущий первоклассник, ему дополнительно вручат рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Еще одна мера предназначена для семей с невысокими доходами на уход за детьми-инвалидами. Они получат по 18 тысяч рублей. Если семья из трех человек и, к примеру, с 120 тысяч рублей месячный доход на семью, то, как и получали, семья будет получать 10 тысяч рублей в месяц. Если семья 3 человека и 104 тысячи рублей месячный доход, то 10 тысяч рублей и плюс 18 тысяч рублей в месяц. Ну и, соответственно, минимальный уровень дохода 51 тысяча в месяц на семью из трех человек. 8 тысяч рублей будет получать семья и плюс также 18 тысяч рублей в месяц. С 20 августа начнут действовать меры соцподдержки для пенсионеров, достигших 65 лет, не работающих и проживающих на территории Подмосковья более 10 лет. Если пенсия 15 тысяч рублей, то 24 тысячи рублей пенсионер получает сразу и потом по 3 тысячи рублей в месяц. Если же в текущем моменте пенсия уже 16 тысяч рублей, то 16 тысяч рублей пенсионер получает сразу и потом по 2 тысячи рублей каждый месяц. Ну и если пенсия 17 тысяч рублей, то сразу получает пенсионер 8 тысяч рублей и потом по 1 тысяче рублей в месяц. На сегодняшний день минимальная пенсия в Московской области составляет 15 тысяч рублей. Перерасчет будет производиться с начала этого года. Выплаты придут проактивно, никаких заявлений писать не нужно. О зачислении денежных средств граждане узнают из СМС. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».